Действительно, проблема воспитания детей – это проблема, по-видимому, изначальная для рода человеческого. Но в той остроте, которая сейчас имеет место, эта проблема возникла все-таки сравнительно недавно. Дело в том, что одним из самых основных факторов воспитания является та атмосфера общества, в которой живет эта семья и, следовательно, живут дети. Обратите внимание на традиции русской деревни. Кто там воспитывал? В семье было по 7, 10, 15, 18 человек. Представьте, разве могут тут родители воспитать? Что они могут сделать, кажется? И это же не одна только такая семья, а все семьи таковы. И в деревне их сколько десятков домов. Представляете, какая-то армия детей. Как же можно воспитать эту, кажется, стихию, буйную, неуемную, в которой энергии через край воспитывала вся община. Какая была потрясающая традиция. О ней мы можем только, конечно, сейчас вспоминать и вздыхать. Каждый взрослый был ответственен, если хотите, за каждого ребенка. Ребенок, который нарушал на улице установленный порядок, этот ребенок мог подвергнуться наказанию. Причем самое страшное наказание было, это то, когда этот другой, совсем не родитель, ни мать, ни отец, пригрозит сказать родителям. Это было самое страшное. Лучше ты меня сейчас накажи, только не говори маме и папе. Вот эта атмосфера была атмосфера общины. Ох, какое это великое дело, община. Ведь община в конечном счете – это то, о чем, если кто-то знаком с православием и хотя бы немножко знаком с вероучением христианства, то знаешь, что в символе веры, в частности, имеются такие слова «верую воедину святую соборную и апостольскую церковь». Соборную. И с самого начала семья называлась Малой Церковью. То есть это церковь в миниатюре, но со всеми ее признаками. И основным признаком ее какова? Каков был признак? Каков признак христианства? Какой основной признак, если хотите, того, что проповедует христианство? Какое основное свойство человека? Человека, я сказал, это неполное. Не только основное свойство человека, основное свойство всего существующего, всей природы, всего живого. Это основное свойство – любовь. Знаете, христианство в этом отношении открывает нам потрясающую совершенно вещь, когда говорит, что Бог есть любовь, с одной стороны. С другой стороны, говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Вы понимаете, кто основа, оказывается, всего существующего? Бог. Но основа не безликая, не стихия, не само какое-то по закономерному или по какому-то року действующее. Нет. Это, оказывается, это основа всего. Это бытие, это фундамент, это природа всего. Оказывается, есть любовь. Христианство открыло истину, которую не знала ни одна религия до Христа. Это любовь какая? Триипостасная, то есть трехличное божество, которое настолько едино в своей любви, что оно называется единосущным, единосущным божеством. Так вот, семья – это малая церковь, церковь, которая именуется соборной. Я не буду вдаваться в объяснение этих тонкостей, всех этих вещей, хочу только сказать, что в данном случае есть и такой аспект, именно собор, то есть совокупность тех, которые преследуют одну цель, решают вместе одну задачу. Те препятствия, которые встречаются в их жизни, решают все вместе. Причем как решают? В согласии, в любви. Вот основной принцип. Вообще, когда мы говорим о воспитании, то, наверное же, мы прекрасно понимаем, там, где нет любви, ни о каком воспитании не может быть даже и речи. Здесь вот прозвучали горькие слова.
о грубости со стороны родителей, о том, что они срывают свои чувства, о том, что они подчас разведены вообще, раскол даже в семье. Это действительно трагедия. Мы привыкли к слову «трагедия», а на самом деле это же ужасно. Какая любовь? Любовь единит, а здесь полный раскол. Какое может быть воспитание? Основной принцип, если хотите, основной стержень, то без чего никакого никогда воспитания не может быть. Не может быть человека, не может быть жизни там, где нет любви. Это закон. Вы знаете, интересный этот закон, он выходит из христианского вероучения. Если Бог есть любовь, если Он является источником всякого бытия, источником всякого блага, там, где нет Бога, там небытие, там пустота, там отрицание, там мрак. Я сказал, нет Бога, я сказал, нет любви, ибо Бог есть любовь. Вот это-то самое главное, оно, кажется, подразумевается. Мы об этом говорим. И в то же время, когда говорим о воспитании, то обращаем внимание на множество таких деталей, за которыми подчас мы забываем самое главное. Знаете, как у пословицы? За деревьями и леса не видно. Действительно, за решением многих этих вопросов жизненно-практических, которыми мы сталкиваемся, мы забываем самое главное. О том, что без любви нельзя воспитать человека. А если он и вырастет, я не говорю воспитаем, а если он вырастет, но без любви, то я боюсь, что мы пожнем такие плоды, от которых можем содрогнуться. Кстати, вы знаете, Евангелие написано 2000 лет тому назад. И там есть одни слова, которые всегда читаешь с некоторым содроганием. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Страшно? Страшно. А с чего это вдруг случится? Как это дети восстанут на родителей? Разве это можно себе представить? Можно. Я назвал факт, который мы все знаем, когда бросают своих детей, оставляют их. Я сказал, в больнице? Не только в больнице. Не только. Кажется, берут их, что с ними потом делается. Мы забываем одну реальность – нашей семейной жизни и общественной. Проблема детей – это проблема родителей. В каком смысле я говорю? Мы говорим, дети такие, то-то, 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 то-то. Называем массу вещей, от которых действительно не знаем, что делать буквально. На самом деле проблема не в детях, а на три четверти, по крайней мере, проблема в родителях. Ведь правильно же сказано, что мы срываем свои чувства. Ничего себе! Только потому, что меня укололи, я могу ударить. Кого? Того, кого я называю, что я люблю? Да он нечаянно меня уколол. Он еще не понимает. Он еще не знает. А мы что делаем? То есть исходим... Наше отношение к ребенку исходит из чего? Не из принципа любви, а совсем из каких-то других начал, из каких-то кожных начал. Пока по моей коже гладят, так, это все хорошо. Чуть меня укололи, задели, ткнули иголкой, я взрываюсь. Это подумайте, это кто так делает? Это инстинкт, это животное. Пока вы котеночка гладите, он мурлычет, и так все хорошо. Возьмите его против шерсти, он вас куснет тут же, вцепится своими зубами и когтями. Неужели вы такие? А мы как себя ведем по отношению к детям? Не часто ли именно бывает это? Вы знаете, был такой очень интересный русский философ Евгений Сергеевич Трубецкой. Замечательный философ, я вам скажу. Если не приходилось вам никогда его читать, жалко. По крайней мере, одну работу его прочитать бы надо. Называется она «Смысл жизни». Это был друг
Их было два брата. Они были друзья Владимира Сергеевича Соловьева, с которым началась вот эта такая пестрая, мощная плеяда русских мыслителей, которые впоследствии прогремели на весь мир, я скажу. Потому что такой мощи в такой концентрированном временном периоде еще действительно не бывало. Ахнула Европа. У него, у Евгения Трубецкого, мы находим очень интересный один эпизодик из его биографии. Он говорит, у нас была маленькая сестренка, Машенька. И Машенька, вы знаете, очень уж любила подбирать крошки, которые падали со стола, да, и класть их в рот. Мама всегда ругалась. И вот говорит, очередной раз Машенька полезла под стол и давай там крошки искать и класть в рот. Мама говорит ей, Машенька, нельзя так. Маша продолжает. Тогда мама говорит, Машенька, посмотри, ведь Боженька тебя видит. Наступило гробовое молчание, которое продолжалось, наверное, целую минуту. А когда молчание и целая минута, это необыкновенно долго. Попробуйте, увидите. И, наконец, через минуту из-под стола вдруг голос. Мама, пельвельни Боженьку. Замечательно. Эта малышка, вы видите, как здорово понимает. Она поняла, что Боженька видит, значит, это может быть что-то плохо. Что же нужно сделать? Пельвельни Боженьку. Разве все предыдущие десятилетия нам не то же самое говорили? Бога же нет. Пельвельнули его. Без Бога же широка дорога. Мы оказываемся перед серьезнейшей проблемой в деле воспитания ребенка. Малышка уже понимает. Что поняла? Еще у Мишка маленький. Ну, потому что Боженька мешает ей нарушать нормы жизни. Вы слышите? Если б не было, я тогда могу делать все, что угодно. О, дайте мне свободу. Мы недооцениваем детей. Это сплошь и рядом. Мы удивительное дело, как их характеризуем. То они слишком маленькие, он еще ничего не понимает. То хвастаемся, посмотри, как он много понимает. И верно, когда начинает рассказывать, Боже мой, это удивительное сознание. Воспитание детей имеет огромнейшее значение то, что на языке уже высоком, философском, если хотите, называется мировоззренческим фактором. Мировоззрение, о, как много значит, есть Боженька, или перевелнут он, или нет его. Дети, как никто, остро, очень остро ощущают правду и неправду, справедливость и несправедливость. Дети очень остро понимают, не рассуждая, не философствуя, понимают, что такое мировоззрение. Это мы даже не так понимаем. Для нас уже мировоззрение какая-то абстракция. Уже там Бог где-то такой за 3-9 земель. Оказывается, нет. Когда мы только поймем, что Бог – это реальность, которая присутствует всегда, везде, везде, вездесущий, что, оказывается, голос совести, это, оказывается, это глаз Божий в человеке, как это много может значить. Одним из важнейших воспитательных моментов в жизни является что? Как только ребенок начинает понимать, уже привить ему настоящее, здравое, разумное, нравственное мировоззрение. Без мировоззрения человек – ничто. Без мировоззрения человек необразованный, хотя он окончил десятки институтов. Все эти знания без мировоззрения – это что такое? Груда строительных материалов и больше ничего. Огромная площадь, на которой навалено все на свете, свалено. И гвозди, и доски, и цемент – и прочие всякие вещи. Только мировоззрение организует из всего этого и
дает нам картину того, что же я хочу, построить в стиле барокко или в стиле барокко. Мировоззрение может быть разным. Из одних и тех же знаний можно сделать все, что угодно. Одни и те же знания можно использовать и во благо, и во зло. Из одного и того же материала можно построить и дворец, и камеру пыток. Незнание сами по себе, не строительный материал сам по себе важен, а мировоззрение, что я строю, для чего, какой смысл моей жизни. Вы знаете, откуда много рождается преступлений? От бессмыслицы. От бессмыслицы. А зачем я живу? А какой смысл? Может быть, лучше поверить Ницше, который говорил, больной – это паразит общества. Они только мешают. И всех этих пенсионеров надо вообще убрать, чтобы не тратить деньги по-пустому. Смысл жизни какой? Их только два по существу. Или есть Бог, есть вечность, есть душа. Личность неистребима, и тогда я понимаю, какой смысл моей жизни. Этой жизни подготовка к той, которая не имеет конца. Причем какая эта жизнь, которая связана с какими только понятиями, подумайте, святостью, истиной и красотой. Когда мы называем вечность, мы называем именно это вечность, вот расшифровка, святость, истина и красота. Вот что такое вечность. И земная жизнь, оказывается, является подготовкой именно к этому. Здесь в земной жизни испытывается человек. Что ты хочешь? И действительно ли ты хочешь того добра, о котором ты говоришь? Или это только красивые слова? Или это только мечты, до которых тебе нет никакого дела? Итак, одно мировоззрение прямо утверждает, человек, ты вечен, и смысл этой твоей жизни – подготовки к этой вечности. Здесь ты сдаешь, если хочешь, экзамены. Здесь ты проверяешься в условиях свободы, свободы полной. Ты можешь жить как угодно. Может быть, злодеем, может быть, добрым человеком. И это случается у нас постоянно же. Христианство о чем говорит? Не только о делах. Что такое дела? Дела – это уже завершение того внутреннего психологического процесса, который идет во мне. А идет он как? Это мои мысли, это мои мечты, это мои желания, это мои цели, что я хочу. Вот, оказывается, что происходит в человеке. Чем будет наполнена душа? Это зависит от моего мировоззрения. А другая какая? Человек, ты живешь один раз. Нет Бога, нет вечности, нет души. Верь, тебя ожидает вечная смерть. Да, вечная смерть, я один раз живу, бери от жизни все. А что можно все интересно? Два желудка? Что все? Бессмыслица какая! Один раз живу и не знаю, в какой момент кончится моя жизнь. Вот вам другое мировоззрение. Какой ужас, когда ребенок воспитывается без мировоззрения. Когда ему о мировоззрениях вообще ничего не говорят. Страшно. Он живет какой-то интуицией. У него есть мечты о чем-то прекрасном, великом. Но он даже не имеет этого вот дома, который нужно строить. Он даже не имеет цели, не имеет представления. Как важно в воспитании дать ребенку, начиная с того возраста, который уже позволяет это делать, дать ему цельное мировоззрение, правильное мировоззрение. Какое мировоззрение правильное? Вы думаете, я скажу сейчас христианство? Я скажу другое. То мировоззрение правильное, которое воспитывает в человеке любовь к человеку. Потому что без любви бессмыслица полная вообще. Вы знаете, есть замечательные строки у Бурдельена. Полонский великолепно их перевел, и они звучат просто изумительно. Послушайте только. «Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним, но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Изумительно, не правда ли? И, конечно, именно это именно так и есть. И то, что именно христианство как религия, единственное, кстати, которое называет Бога любовью, единственное, вы не найдете нигде, чтобы назвался Бог любовью. Я говорю не о древнегреческом эросе, да, один из башков, который говорит совсем о другой любви. Об этом речь не идет даже. Единственная религия, которая принципом жизни, основой жизни, смыслом жизни и целью жизни называет любовь. Это только она, любовь, делает наше мировоззрение правильным. Весь вопрос в другом. Это все, можно сказать, красивые слова, не правда ли? А как приобретается она? Или что это такое? О чем мы вдруг говорим? Это любовь что? Такой, вдруг мне кто-то понравился, я влюбился. Я женился, через день развелся. Да что ж это за любовь? Разве об этом идет речь? Да не об этом идет речь. Женщины выходят замуж, простите меня, но и весь животный мир. Правда, у них это иначе. Не об этом идет речь. Да, это все природное, это все естественно. Это не отрицается, это положительно, это приветствуется. Но совсем не то. Мы знаем, как это не твердо. Как это не твердо, если не будет вот того, той любви, о которой говорит христианство. То есть в том свойстве, которое открывается в человеке, развивается, и которое является неизменным уже. Так же, как вот зрение у человека. Вот смотрит на все, так, оказывается, может в человеке развиваться и чувство любви, когда ко всем проявляет его. Ко всем проявляет его. В Евангелии мы находим поразительные совершенно слова. Любите врагов ваших. Вы подумайте только. Это же немыслимое дело. Скажем мы. Верно, слепому сказать «смотри», он скажет, вы что, смеетесь надо мной? Или глухому, слышишь? Он скажет, не издевайтесь, пожалуйста, над больным человеком. Так и мы. Любить врагов, что вы говорите? О, если бы не было истории христианства, 2000-летнего опыта, мы бы могли и здесь отнестись к этим словам с каким-то скепсисом. На самом деле эта история показала, что это не только осуществимо, но тот, кто достигал этого, это было поистине совершенные люди. Это был тот, кого мы иногда вот мы называем человек с большой буквы. Да, это человек с большой буквы. Потому что он приобрел вот это свойство любви. В нем оно возникло, в нем оно развилось, в нем оно проявилось. Проявилось так, что оно поражало окружающих. Ну, посмотрите. Кто такой Серафим Саровский? Ну, кто это такой? Какой-то монах. Ходит с клюшкой с такой, согнутый весь. Никаких знаний у него нет. Ни в философии, ни в науке, ни в литературе. Идут к нему. Зачем к нему идут? Что они от него хотят? Как люди, находящиеся долго, в темной-притемной, да еще сырой, да еще грязные, да еще со всякими гадами комнаты, как он хочет выйти на свет Божий, на солнышко. Ой, как ему хочется. Люди шли к Серафиму Саровскому преподобному, потому что от него ощущали такой силы, любовь, которую, увы, ни от кого они не ощущают. Ведь вы знаете, от чего мы все страдаем? Мы ни от кого фактически любви не встречаем. Благожелательность, ну да, есть. По-доброму относятся, да, хорошо. Верно, верно. Но правда, вот так вчера относилась так хорошо, а сегодня что-то я неосторожно сказал и передали. И уже вражда пошла. Ах, ведь искушение какое. Как душа человеческая жаждет любви. Чем поражали вот эти святые? Я назвал пример только Серафима Саровского. Чем?
искренней любовью к каждому человеку, который приходил к Нему. Что же это такое? Откуда это рождается? Каким это образом Его избили трое до смерти буквально? Чудом Он выжил. А Он сказал, я уйду, если их накажут. Что же это такое? Вот мы и подходим, наверное, к самому главному. Что же это такое за процесс воспитания человека? В чем он должен заключаться? Что нужно для этого? Вы знаете, в 1856 году, помните это? Помните, наверное, помните, да? В 1856, наверное, все мы помним, конечно. Совсем было недавно. Да, Пирогов написал статью под названием «Вопросы жизни». К этой статье был эпиграф, очень интересный эпиграф. Я его зачитаю. Статья, кстати, поразила общественность. Очень, просто все были потрясены. Это великолепное литературное произведение. Был остро поставлен вопрос, который сейчас увидите, во всей остроте и силе. Это середина XIX века. Эпиграфом к этой статье «Вопросы жизни» являлся следующий диалог. «К чему готовите у вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Но разве вы не знаете, – сказал спросивший, – что людей, собственно, нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не человек». Вот это усмотрел в самую суть. Да чего же точно? Кому нужен человек, интересно? Нам нужны специалисты. Человек? Что за абстракция? Что за отвлеченные понятия? Мне надо своих детей сделать кем? Человеком? Нет, нет. Он должен пойти в вуз, он должен окончить. Он должен стать специалистом, может быть, даже с именем, может, с мировым именем. Или человек. Как смещены акценты. Разве кто отрицает, что нужно воспитать, дать ребенку образование, чтобы он мог получить хлеб, заработать хлеб насущный? Все это само собой разумеется. Кто же это отрицает? Это все понятно. Но за этим не увидеть главного... Это ужасно. Пирогов, ой, как остро поставил вопрос. Кем вы хотите, чтобы был ваш сын? Человеком. Часто ли мы это понимаем? Помним ли мы об этом? И даже представляем ли себе даже, кто это такое, которого мы называем человеком? Вот мы часто называем такие красивые слова, он должен быть там великодушным, честным, прекрасным. Очень, очень хорошо это звучит, но не является ли это, знаете ли, нашими какими-то очень легкими, я уж боюсь сказать, легкомысленными мечтами? Потому что там, где нет основы для развития этих качеств, как же они могут возникнуть? А как можно их воспитать в ребенке? А что для этого нужно сделать? Опять мы подходим к тому же самому вопросу. Так вот, оказывается, для того, чтобы... Действительно это было. Для того, чтобы действительно мы могли из нашего ребенка сделать человека, а не просто негоцианта или солдата или механика. Да. Первое для этого, что требуется, я даже боюсь и говорить, правда боюсь, оказывается, чтобы мои дети были таковыми, я должен быть таким прежде всего. Вот это ужасно. Нет, вот детей я готов воспитывать всячески, и ремешком, и пряником, и чем угодно. Но хочу, чтобы я был таким. Нет, это разве я не такой? Что, вы считаете, что я плохой человек? Попробуйте сказать мне, что я плохой. Я вам покажу. Вы узнаете тогда, какой я. Это плохой или хороший? Что-то я перепутал, да? Совсем запутался, кажется. Да-да, запутался. Невозможно, невозможно воспитать хорошего, не будучи самому таковым. Это закон. Увы,
этот закон совершенно предан забвению. Предан по очень простой причине. Мне легче свернуть гору с места, нежели победить в себе хотя бы одну, не только страсть, а страстишку несчастную. Христианство говорит, что корень всех невзгод, всех бед, всех нестроений, корень в человеке находится. В человеке. Не у соседа или соседки, не в начальниках и в администрации, не в правительстве и в полиции. Прежде всего, он находится во мне. Почему прежде всего? А потому что с ребенком очень долгое время, по крайней мере, с самого начала соприкасаются кто? Конечно, родители. Недаром говорят, с молоком матери уже впитывает ребенок все те будущие свойства, если хотите, которые он потом покажет во всей силе. Причем такие свойства, о которых подчас родители в себе не замечают. А ребенок-то, ой, как их покажет, что родители за голову хватаются. Да как же такой, я такой хороший? Ведь ну кто сомневается, что он хороший? Я не знаю, еще не видел такого человека. Все уверены, что хороший. И вдруг дети, понимаете ли, такое показывают себе. В чем же заключается это воспитание? На каких началах оно должно проходить? Вот это очень важно. Но, значит, о чем идет речь? Первое – воспитание родителей. Второе – подобное же воспитание детей. 75% воспитательного процесса – родители. Каковы они? Вы, конечно, можно привести пример. Вот хорошие родители, да, а у них, смотрите, какие дети. Мы можем поговорить об этом. Об этом вопросе можем поговорить. Основной принцип, основная закономерность, основное правило, закон, если хотите. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Это, говорит, народная мудрость. Это не от философского ума сказано, а опыт говорит. В чем же состоит это воспитание? Знаете, вот у Константина Ушинского его работа, вы, конечно, прекрасно знаете, называется так, его главный труд. «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Этот опыт разделяется на три части. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Очень интересно. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Что это подразумевает? Что за этим стоит? Опять, я все время обращаюсь к христианству. Ну, вы же не удивляетесь. Ну, что делать? Я оттуда, из Московской Духовной Академии, не могу иначе. Так, опять обращаюсь к христианству. Оно говорит о трех началах в человеке. О его уме, о его сердце, о его духе. Христианство говорит, что человек трех составил. Иначе говорят так, дух, душа и тело. Но ум, сердце и тело – эти три составные части, которые в человеке реально, реальны. И оказывается, на каждой из них требуется обращение особого внимания, специфического внимания. Тогда только полноценно, гармонично может развиваться личность. Если быть кратким, в чем заключаются эти вот три направления воспитательных? Когда мы говорим о теле, о чем мы говорим? У нас большое внимание обращено на физкультуру, на развитие тела, на спорт. Вот посмотрите, пенсионеры бедные получают там 1000, 2000, я не знаю, 3 в месяц, какой-нибудь спортсмен несколько миллионов сразу за то, что его там покупают. Понимаете? Правда, он труженик, это бесспорно. Но подумайте только, каково соотношение-то?
Кто лучше всех живет? Спортсмены, артисты. Они получают огромные деньги. Что действительно они это самые необходимые члены общества, которые более всего дают обществу, да? Ну, как? Если больше платят, значит. Значит, это самые ценные люди, ценнейшие люди. Даже ученые ничто по сравнению с ними. Видите, эти профессора жалкие, сколько они получают? Смех один. Разве сравнить со спортсменом? Ну, конечно, нет. Самые ценные люди. Интересно. Невольно вспоминается римляне. Да чего же умный был народ? Грубятины неотесанные, правда? Ничего не знающие. А мудрость была какова? Стоило императору выехать на улицы Рима, как начинала толпа вопить изо всей моченьки «Панам et circenses» «Хлеба и зрелищ». Больше нам ничего на свете не надоть. Замечательно. Животное существование. Да, тело, конечно, требует внимания и требует заботы, это верно. Но все хорошо в меру. Когда же начинается культ тела, культ здоровья, то во что оно превращается? Мы знаем, в карикатуру. И когда все общество пронизывается этим культом, тогда какое-то что-то животное начинает звучать в полную силу действительно, а человеческое куда-то в сторону. Это совсем не означает, что о теле не надо заботиться. Один из великих святых христианских, он, знаете, как сказал? «Мы убийцы не тела, а страстей». Оказывается, христианское начало жизни, те же посты, та же аскетика, она совсем не направлена на то, чтобы убивать тело. Откуда такие глупые вещи? Нет, не на тело, а на страсть обращено внимание. Однако, мы все знаем, как тело действует на душу. И опять-таки народ говорит, сытое брюхо к ученью глухо. Великолепно сказано, это верно. Я думаю, что никто бы из тех вот мальчиков, девочек, да, которые были бы, если голодны, так, и очень голодны, не пошли бы на ту дискотеку, где с ума сходят. Я говорю, может быть, эти хорошие, но где с ума сходят, я говорю. И вы делают такие штучки, что никто бы не пошел. Это откуда идет? Совершенно от пресыщения. Начинаются вот эти вот вещи. Начинаются очень многие ненормальные вещи, которые происходят. Происходят в любом обществе. Я как-то в Америке ночью водили нас, открыл дверь ночью и закрыл ее, захлопнул с гневом и сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит, что там творилось. Скажут, нет, это просто молодежь веселится. Веселится? Извините. После таких веселий что происходит? Вы знаете, когда начинают громить, бить, поджигать, перевертывать. Так это же беснование. Это мы воспитываем детей. Странно. Кому же это нужно? Посмотрите, что сейчас творится на стадионах. Без полиции, без огромных нарядов полиции не могут встретиться команды даже спортивные. Во что превращаются люди? Что такое творится? Не пора ли обратить на это внимание? Пора бы, но не знаю кому. Итак, вот эти вот вещи хлеба и зрелищ, они, как видим, взятые вот на этом уровне, и когда человек не видит ничего большего за этим хлебом и за этими зрелищами, то происходит деградация личности. Деградация, которая подчас может иметь необратимые процессы. Отсюда чего только не начинается. Как развивается преступность. И масса всяких вещей, о которых просто и даже и говорить не хочется. Воспитание тела. С чем оно связано? Вот, наверное, все вы, наверное, знакомы, как часто, особенно мать, пичкает своего ребенка. Ну, ешь, иначе я тебе не дам того-то, иначе я тебя не возьму, иначе ты не пойдешь.
Он: не хочу, меня тошнит, вот ты съешь. С самого начала, с детского возраста, к чему приучают? Прямо противоположного тому, к чему надо приучать. Воспитан только тот человек, кто умеет бороться с самим собой. То есть тот человек, который знает, что такое воздержание. Христианство говорит, что без принципа воздержания ни о каком воспитании даже речи не может быть. И в частности, когда касается желудка. Один из великих святых, вы знаете, такой строжайший аскет, написал книгу, которая называется «Лестница». И одно из слов назвал, как вы подумаете, строжайший аскет, подчеркиваю: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Сколько здесь тонкой иронии. И вот мы ребенка пихаем, как рождественского гуся. Вместо того, чтобы приучить его к воздержанию: сынок, дочка, ну, ты уже много съел, воздержись еще. В другой раз же съешь, не спеши, поменьше. Нет, он ничего не ест у нас, он ничего не ест. Что вы, это нельзя. Ничего не ест. Мало того, что уже ребенка портит уже душевно даже, портит само тело. Потом начинается болезнь, там желудок, поджелудочная, печенка, селезенка и так далее. Еще бы, переедание – это страшная же вещь. Не понимаем этого. Воспитание тела без воздержания – разумного, речь о разумном воздержании, невозможно. Посмотрите, балерины, они что, все едят? И сколько угодно едят, пока не встречали такое? Да ну что вы! Да не только балерины. Сколько раз приходилось встречаться, когда: нет, подкладываешь, пожалуйста, нет, вы что, я буду вот какой. Да, боятся, даже с точки зрения эстетики, и то боятся молодые там женщины, боятся этого. Да. Что вы, это на все действует, и на сердце, и на сосуды, на все на свете действует. Воздержание – великий принцип, который должен всегда присутствовать в нашем отношении к телу, особенно в области питания. Разумное, еще раз говорю, для того человеку и дан разум, чтобы относиться к нему так. Сердце. Что это такое сердце? Речь идет совсем не об органе. Речь идет о воспитании чувств. О воспитании чувств в человеке. Как тут важно, как важно здесь направить в нужное русло процесс развития ребенка. Можно воспитывать в нем страсти. Особенно, когда родители между собой спорят, ругаются. Когда при ребенке осуждают других. Когда при ребенке начинает рассуждать о своих финансовых проблемах, в которых чувствуется алчность, буквально, во что превращается ребенок. Когда видят они жадность у родителей, когда страсти родительские обнажаются перед ребенком. Нужно запомнить следующий момент, что пока еще младенцы, они воспитываются подражанием. Подражанием. И вот этот момент, это где-то до, может быть, не знаю, какого там, до 7 лет у каждого ребенка, но именно момент подражательный. Здесь как важно внешнее даже поведение родителей. Их голос, их интонации, их манеры, все это отпечатывается в ребенке. Подражательное воспитание идет в этом процессе. Замахиваетесь вы на ребенка, будь замахиваться и он на вас. Обязательно. Он повторяет, как попугай. Все делает то же самое. Вот этот момент, он опять, видите, с чем связан? Опять с родителями. Мы все время думаем, что воспитывать можно только словом. Да ничего подобного. Примером своего поведения, своего отношения не только к нему, а ко всему окружающему, ко всем окружающим людям. Как часто мы ошибаемся, да он еще не понимает, он еще не видит. А он себе все на ус наматывает, все видит и все понимает, а сам как будто в уголочке там играет во что-то.
И здесь то же самое. Основным воспитательным моментом является что? Знание того, что есть добро и что есть зло. Вот что это такое? О крохе мы знаем, кроха сын. Пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Это мы все знаем. А на самом деле, что хорошо, а что плохо? Где это та нравственная, вот тот базис, на который мы можем опираться? Опять говорю, христианство дает его. Христианство его дает. Оно говорит о необходимости любви к человеку, исходя из которой я не должен делать ему никогда вреда. Я должен относиться великодушно к его слабостям. Я не должен осуждать человека. Избави Бог, что я буду мстить ему. Как это важно при детях говорить об этом. Как это важно. Это в высшей степени важно, когда дети вдруг видят пример неосуждения, великодушия, искренности. Да. Сердце тогда ребенка воспитывается в тех же самых качествах. Без родительского примера невозможно. Но сам родительский пример возможен, когда они живут на началах евангельской истины, евангельской морали, тех того, что мы называем заповедями Божьими. Без этого о каком воспитании может идти? Так вот, оказывается, что очень важно, что вот это принцип воздержания, принцип понуждения себя к тому же великодушию, к неосуждению и так далее. Вот это, вот этот, если хотите, назовем так, подвиг, который делает человека человеком, он, оказывается, этот подвиг, постепенно наше сердце делает способным к действительной любви к человеку. Вы знаете, ведь самое страшное зло в нас – это что-то эгоизм. Когда все внимание обращено только на себя. Когда я никак не могу понять, что другому может быть так же больно, как больно мне, когда мне это делают. Вот это понимание состояния другого человека и соответствующая реакция на другого, на поведение его, понуждение себя, воздержание себя, вот эти вещи, они, оказывается, делают человеческое сердце другим, делают сердце ребенка великодушным, цельным, здоровым. Избави Бог, когда ребенок растет эгоистом, когда все внимание только на себе и на своих интересах. Заражается он кем? Родителями. Я, может быть, сказал бы вот об одном из таких явлений в детях, которые постоянно мы наблюдаем. Это когда он говорит «моё», «это моё». Не дрожь. Вот это чувство собственности, с одной стороны, совершенно естественно. Без этого человек быть не может. Но вот здесь, на этом моё, и можем мы воспитывать ребенка. Как тут многое можно сделать. Особенно, когда ребенок не один. Когда нужно делиться с ребенком, отдай ему больше, чем себе. Какие здесь великие начала. Начало действительно нравственности. Великие, именно я скажу, когда другому сделать даже больше, чем себе. Вот это моё, да, оно может глубоко испортить ребенка, если не обращать на это внимания. Если просто на это смеяться, да, шутить, маленький, мол, ничего не понимает. Можно окончательно убить просто душу человека. Это большое внимание должно быть обращено на эту сторону. Еще бы мне хотелось обратить внимание на такой момент. Сейчас на нас хлынула такая волна Запада, волна собственнических таких, я бы сказал, интересов. Я сказал Запада, да. Вы знаете, одним из бестселлеров в Соединенных Штатах стала книга Хилла, такой есть американский автор, так, который не больше и не меньше, как написал, книга называется «Думай и делай деньги» или «Думай и богатей».
написал следующее. Вы никогда не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. У нас тут, в Америке, есть свобода неограниченной частной собственности, свобода накапливать сверхбогатство без назойливых присваиваний, приставаний идеологов разных мастей, свобода сосредоточивать в одних руках столько богатств, сколько можно собрать. Подумайте, с детства что внедряется. Вы не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. Здорово? О, идол. Действительно идол. Небезызвестный Рокфеллер, выступая однажды в средней школе, сказал не больше и не меньше, как следующее. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Вы слышите? Закон природы и Божий закон в чем состоит? Безжалостно надо уничтожать слабых вокруг себя. Вот какой закон сейчас идет на нас. Ведь сейчас, вы понимаете, нет идеологических границ. Когда-то они были. Сейчас идейных границ нет никаких. Все это, вся литература, да, все искусство соответствующее, радио, телевидение, средства массовой информации. Вот куда идут, куда направлены, на какое воспитание личности. Подумайте, что назвать законом Божьим. Кто же Бог тогда у этого Рокфеллера? Если он повелевает обрезать слабые ростки вокруг нее. Вы подумайте, вот вам два принципа жизни. Один Рокфеллера и закон Божий, какой Бог, и евангельский – возлюби ближнего, как самого себя. Притча о милосердном самарянине, о милосердии, о любви к страдающему человеку. И здесь какой ужасный принцип волчий, хищный, уничтожение всего, что слабее меня. Я почему об этом говорю? Это та реальность, от которой мы никуда не уйдем. В каком смысле не уйдем? Мы это услышим, мы это увидим. Да. Это пропагандируется, это будет пропагандироваться с еще большей силой. И не дай Бог, если наши дети вдруг начнут усваивать себе эти начала жизни. Не дай Бог. Сейчас, может быть, как никогда, каждая семья стоит перед очень серьезной задачей. Я сказал, что одним из самых серьезных факторов воспитания являются родители. Но есть и другой фактор, которого мы никак не можем исключать из нашей жизни. Это фактор – средства массовой информации, особенно телевидение, радио, видео всякие, видео, да, видики и так далее. Это наконец, улица, это, наконец, если хотите, то общество, в котором могут вращаться эти люди, которое заражено, если этими началами. Если семья на это не обратит внимания, и если не противопоставит ребенку твердое мировоззрение, христианское мировоззрение, если не противопоставит этому собственное начало жизни, пример этой жизни, то ничего мы не сделаем своими детьми. Ничего не сделаем. Стихия захватит это.
подавит это, как весеннее половодье. На это надо обратить самое серьезное внимание. Я два слова еще хочу сказать об одном очень важном понятии в богословии, но которое имеет самое непосредственное отношение к нашей жизни. Кстати, замечу вам, что вот мы говорим богословие, и думают, какие-то абстракции. На самом деле вы сейчас увидите, что, оказывается, богословие выражает подчас глубокие практические вещи, которые знать совершенно необходимы. Совершенно необходимы. Вот вам понятие богословства. Родовой грех. Что это значит? Это значит, оказывается, не просто наши физические и психические, если хотите, свойства передаются детям. Наши родительские, наших дедов, так сказать, вот одним словом, родовые черты. Не только же они. Передается нечто большее и гораздо более важное. Не просто губа Габсбурга. Знаете, там вот несколько портретов, посмотрите, у всех это вот такая вот губища. Да. Губу-то мы видим. А то, что человеку может, ребенку передаться наша скупость, наша гордыня, наше тщеславие, как свойство, я говорю, как тщеславие, агрессивность, этого мы не видим. Оказывается, ребенку также передаются и духовные свойства. Вы слышите? Духовные свойства, как и телесные, как и психические. Родовой грех, это и называется родовым грехом. То есть, когда вот эти наши духовные болезни, то, что он называет христианство страстями, вот я повторяю, какие-нибудь страшные скупость, например, да, раздражительность, там, гнев, да, тщеславность и так дальше, вот эти духовные наши болезни, они также передаются по наследству, это надо знать. Почему надо знать? Потому что взрослый человек, осознавая это, может с ними бороться. Бороться может с ними. Оказывается, эти свойства можно побеждать в себе, можно эти искоренять при сознательном, разумном отношении к этим своим болезням. Как с телесными болезнями, мы же боремся. И многие из них мы можем уже побеждать. Ну, конечно, точно так же обстоят дела и в плане духовном. Особенно это важно. Вот молодежи, которые вот-вот скоро вступят в брак, как им важно это знать, что, оказывается, свойства не только телесные, не только психические, а именно духовные свойства передадутся, и никуда не денешься. И тот, кто не борется с собой, то не борется за то, чтобы быть действительно человеком чистым. Тот, кто вообще не знает, что такое страсти и что такое добродетели, тот не сможет родить человека здоровым. Да, ребеночки все ангелочки, бесспорно. Но из этого ангелочка что будет? Вы знаете легенду, что один художник искал долго ребенка, с которого бы написать мальчика, написать младенца Иисуса. Наконец нашел. А потом, спустя 30 лет, ему пришлось писать, нужно было найти образ, с кого он мог бы написать образ Иуды. Нашел в одной тюрьме. Оказалось, этот мальчик. Так что дети, конечно, рождаются, да, все они по своему нравственному состоянию, естественно, ангелочки. Да, но эти ангелочки в себе несут уже семена, посеянные родителями, посеянные их непосредственными родителями. Как в Библии написано, до третьего, четвертого рода. То есть это кто такой? Родители, деды, прадеды. Но, еще раз повторяю, этот родовой грех излечим, с ним можно бороться. И вот на это надо подвигать нам нашу молодежь. Ну, спасибо вам, я долго вас очень говорил, замучил вас. Не хочет причащаться, находит отговорки. Заставлять, убеждать или пусть сам созреет. То же самое и с молитвой. Религия – та область, в которой насилие недопустимо.
Если бы можно было насильно спасти людей, Христос пришел бы не последним нищим. Вы знаете, что он нищий, последний нищий. Иногда доходило до того, что ученики, апостолы, вот идут по полю, а тут растет пшеница, берут колосья, срывают, голодные, есть нечего. Он родился бы императором и заставил бы всех, бараний рог бы свернул и всех бы загнал в Царство Божие, так что взвыли бы от этого Царства Божия. Религия – это область, я говорю о христианстве, где никакого насилия быть не может. Не таким путем, чтобы заставлять надо. Надо заставлять не причащаться, убеждать не в том, что причащаться, а надо человеку объяснить, что такое христианство. Вы знаете, Мария Египетская сколько раз причастила в своей жизни? 2 раза. За всю жизнь. А такая святая, я вам скажу, редчайшая. Мы все внимание обращаем на вот эту внешнюю сторону. Крестить, причастить. И забываем о самом главном. А этот сын понимает ли, зачем это нужно делать? А зачем нужно причащаться? А что это такое? А что это за выдумка? А с какой стати я должен там стоять и чего-то такое раз съесть? Мы говорили о мировоззрении. Христианское мировоззрение предполагает сознательное, разумное принятие человеком чего? Основных христианских истин, исходя из которых он может затем понять, что такое причащение и зачем оно нужно. А если я ничего не понимаю, странно, зачем я это буду? Я боюсь, что сын поступает очень разумно, а мы, если будем заставлять это делать, неразумно. А вот найдите, объясните ему, что и зачем, и почему. Вот тогда он сам скажет: «Мама, я хочу причащаться». Вот, сам, чтоб захотел, а не насилие. В отношении молитв, я вам скажу, в определенной степени то же самое. Приучать читать молитвы надо с малого возраста, что он привык. Вообще, я вам скажу, навык – это великое дело. Привычка – это вторая натура. Но к молитве как нужно приучать? Не так, как часто делают неразумные люди, которые выучат наизусть, и, как, знаете, попугай трещит, что проку от этого. Это язычники так делают. Молитва христианская – это молитва разумная, внимательное обращение. Пусть он скажет одну молитву, а не 10, но с вниманием, благоговением, а не вычитывает это. Не нужно нам язычество. Христианство только говорит на разумные отношения. «Дай мне сердце твое, Сыне», говорит Бог человеку. Вот. А не вычитывание. Вот. Поэтому здесь, я вам скажу, необходимо провести что? Вот работу. А как? Я уверен, что родители еще очень мало знают. И, возможно, что даже и не знают. А что это такое причащаться? И зачем это? И как понять? И для чего? То есть общие фразы знают. Извините, дети уже иногда входят в такой возраст, когда общими фразами не отделаешься. Им надо объяснить. Я помню, пока мне мама не сказала, откуда я, что она мне на рынке купила, я не давал ей проходу. Это я помню. Можно ли 20-летнему ребенку привить великодушие? Поздновато. Поздновато, конечно, но все зависит от того, в каких началах он воспитан, каковы его природные свойства. Вы знаете, очень много значит природные свойства. Есть люди, как вот круглые. Круглые. Ну, с какой стороны подойдешь, не ухватишься. Круглые все. Все отстает и все. Значит, очень много значит. Поэтому здесь это опять вопрос с двумя неизвестными. Да. Вот. Я думаю, что пытаться нужно привать не великодушие. Мы все время хотим следствий, забыв о причинах. Да не великодушие надо прививать, а христианское мировоззрение надо привить. Вот в чем дело. Христианское мировоззрение. Чтобы он понял, что действительно есть Бог, есть вечность. И эта вечность двойная, если хотите. Какой смысл нашей земной жизни?
как правильно достичь этой вечности. Вот в чем задача-то. А не так, чтобы привить великодушие. Совсем дело не в этом. Великодушие будет следствием правильного понимания человеком христианства и христианских начал жизни. Вот так. Нужно, так сказать, не забывать, что есть начало, есть середина, а есть конец. Вот. И перепутывать это никак нельзя. Что делать? Подросток, 17 лет, жила в деревне, в многодетной семье. Хотели помочь ей получить образование. Живет с нами. Но, к сожалению, она с первого года начала красть вещи. Начала с мелочей, теперь все более существенные. Никогда еще с ней об этом не говорили. Ну, вот это жалко, что не говорили. Потому что такие вещи надо сразу с первого же раза. Тут сразу надо. Это очень жалко. Да, это вещь очень серьезная, потому что человек в доме находится. Вы знаете, в русской армии, если солдат начинал красть, все. Его изгоняли, причем не просто так. Офицера лишали общения. Это был позор. Я понимаю, что это другая ситуация, но с ней надо не только поговорить, точнее, поговорить не так, как поговорил повар с котом. Кот Васька вор, кот Васька плут. А надо предупредить самым серьезным образом. Самым серьезным образом. Может быть, еще раз предупредить случится. А уже на третий раз придется отправить. Вообще, я хочу обратить внимание. Ни в коем случае детям нельзя чем-то угрожать и не приводить это в исполнение. Я тебе говорю последний раз, если ты еще придешь мне после этого, то я тебе сделаю то-то, то-то и то-то. Ребенок спрашивает: бабушка, а что-то мне мама каждый день говорит последний раз. А когда же последний-то раз? Ну, подумайте, ни в коем случае теряется уважение к слову. Слову уважение теряется. Слово теряет силу свою. Когда видите, что не знаете, что предпринять, так сделайте вид, что ничего не заметили. До тех пор, пока не решите этот вопрос. Лучше сделать вид, что не вижу. Не вижу. Но уже если потом приняли решение и сказали, оно должно быть исполнено. Правда. Одно есть обстоятельство. Если ребенок искренне просит прощения, хорошо, хорошо, Бог простит, хорошо. Следующий раз больше не делай, так. Но слово исполнять надо. В следующий раз тогда уже не просто так простить, а немножечко, что называется, показать человеку. Меры обязательно надо принимать. Нельзя говорить слова пустые. И нельзя обещать такие вещи, которые неисполнимы. Нельзя этого делать. Тогда родитель теряет весь авторитет. Слово становится бессмысленной мухой, которая мешает вот тут, и больше ничего. Или ничего не говорите, когда не можете ничего сделать. Или если говорите, то надо говорить разумное. И угроза должна быть разумной, а не безумной. Тогда только вы ребенка можем приучить слушаться. А здесь, когда мы бессмысленные угрозы произносим, мы его приучаем не слушаться, не слушать. Вот так. Так что здесь в отношении воровства нужно очень серьезно к этому отнестись, предупредить раз, может быть, два, но уже второй раз уже так, чтобы уже почувствовала, что это будет все так, а потом уж на третий распрощаться. И чтобы она это увидела, что это не болтовня, а серьезное слово. Я надеюсь, что в этой семье, может, есть мужчина, но, может быть, и женщина справится с этим. Что делать, если даже при счастье возникает то, что не хочется жить? Ну, тут надо, видите, разобраться, что разумеется под счастьем, если не хочется жить.
Счастье – это состояние внутреннее, а не внешнее. От того, что я имею все, что мне нужно, все, я обеспечен полностью. Это что, счастье? Какая чепуха? Ну, какая чепуха? Вы знаете, что миллионеры кончают жизнь самоубийством? Причем не потому, что разорились. Нет. По самым прозаическим причинам. Я помню, мне рассказывал вот игумен Никон Воробьев, который, так сказать, в юности был заражен вот этими идеями прогресса, свободы, равенства, братства. Как говорит, нас всех потряс случай, когда в газетах вдруг было опубликовано, что 20-летний сын миллионера, который был сверхобеспечен, вдруг кончил жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Что такое все, что такое живем в счастье? Значит, это совсем не счастье. Счастья пока нет. Счастье – это состояние внутреннее. И вот здесь-то христианство дает возможность человеку приобрести именно счастье. Что такое счастье? Это радость. Это радость, я вам скажу. Вот что такое счастье. Вот. Это, уж не говорю громкие слова, любовь, о чем мы с вами говорили. Я указал это как самое, так сказать, ну, направляющее, как ту звезду, к которой мы должны направлять свой корабль. Да. Но счастье – это радость. Если нет радости, значит, надо подумать. А не, это нежелание жить от чего рождается? От бессмыслицы. От бессмыслицы жизни. И непонимание того, в чем же этот смысл и как его осуществить. Еще раз говорю, видите, вот я очень рад этому вопросу. Как важно приобрести мировоззрение, в чем, я вам скажу, христианское мировоззрение, потому что оно спасает от величайших бед и невзгод. Никон Оптинский, один последний насельник Оптинского монастыря, был арестован в 29-м году. Его обрили, остригли, сняли с него все монашеские одежды, ну, надругались над ним полностью, посадили со шпаной, там он заболел туберкулезом. Удавалось передавать письма. В одном из последних писем строка. «Счастью моему нет предела. Я, наконец, узнал, что такое Царство Божие внутри нас есть». Вы думаете, это новость? В житии великомученика Евстратия это третий век, читаем, когда с него сдирали кожу, это страшное мучение, и вдруг у него озарилось лицо необыкновенно, и он воскликнул, написано, я вам почти цитирую, «Мучение это, суть радость рабам твоим». Мучители были настолько потрясены, что некоторые из них бросили орудие казни и тут же сказали, «Я христианин». Им тут же снесли голову, конечно. Да, подумайте только. Если есть Бог, значит, действительно есть благодать Божия. Бог – это кто? Кто и такой? И где Он? Он внутри каждого человека. Царство Божие внутрь вас есть. Значит, царство же не без Бога. Бог внутри каждого человека есть. Но надо нам этот золотой ларчик открыть. Открыть его надо. Открывается он правильной христианской жизнью. Какова она? Это уже вопрос. Вы сами понимаете, об этом надо говорить отдельно. Считается крещение ребенка правильным, если его окрестила бабушка сама в домашних условиях. Да, считается. Да, считается, но обязательно нужно потом в церкви просить священника, чтобы было совершено над ним миропомазание. Вот так. Есть Бог, почему же Он допускает беременность тех матерей, которые бросают детей и делают аборты, а других родителей обделяет таким прекрасным званием родители? Дело вот в чем. Вот видите, вот тут важно. Вот приходится знакомиться им, что такое христианство. Вопрос вполне законный. Христианство отличается удивительным учением о Боге. Если в других религиях Бог – это тот, который может сделать то, что он считает нужным. Он всемогущий. Он все может сделать.
Христианство говорит, знаете, какую вещь? Бог даже спасти меня не может, если я не захочу. Не может. Не может меня, грешника, сделать святым. А оказывается, одним из великих христианских принципов, лучше сказать, догматов, является догмат о свободе человеческой личности и о том, что человек сам пожинает плоды этой свободы. Не Бог наказывает нас. Разве Бог наказывает пьяницу? Это мы все понимаем. Нет, нет, конечно, это не Бог. Бог наказывает наркомана? Нет, тут мы понимаем. Знаете, как близоруки, вот такие буквы он видит. А вот эти ведь? Нет. Там ничего нет, говорит. Точно так же мы все себя сами наказываем, когда ненавидим, когда обманываем, когда предаем, когда лукавим, когда лицемерим, когда завидуем и осуждаем. Сами себя наказываем. Так вот, и в данном случае, да, человеку дана свобода здесь, великая свобода в этой жизни, великая, я говорю, нравственная свобода дана. И поэтому мы видим следствие этой свободы. Бог только создает, если хотите, условия, при которых наша свобода может реализоваться наиболее свободным образом. Вы слышите? Мы постоянно же каждое мгновение нашей жизни оказываем перед чем? Перед выбором добра и зла. Вот мне пришла дурная мысль, так? Вот я уже так, ну, начну я развивать или нет? От меня зависит. А ведь вы знаете основной принцип религиозный какой? Дух творит себе формы. Вы знаете, что я могу быть внешне, это очень важную истину хочу сказать сейчас, я внешне, вот, в своем отношении к людям, в семье, в поведении, в отношении к закону, ко всему, я могу быть безупречно нравственным человеком. Вы слышите? Я не нарушаю никаких законов. Я добрый семьянин. Я хорошо все делаю на службе, все как положено. Хорош я или нет? А я весь пронизан самомнением, такой гордыней. Вы знаете, кто я? Лучший в мире. Понятно вам? Понятно, кто я? Не так, как вот те. Смотри, он загулял, этот запил, этот вор. А я? Ну что вы? Ну что вы? Не забывайте о том, что нравственность и духовность – это совсем разные вещи. Вот мне очень понравилось, когда вы сказали сегодня о нравственности и духовности. Совершенно верно. Это разные вещи действительно. Нравственно я могу быть безупречным. Духовно – дьяволом. Так и говорят – святой сатана. Слышали такое выражение? Вот какие вещи это могут быть. Да. Так что вот и здесь то же самое. Мы не знаем внутреннего мира людей и тех же родителей. Почему у одних то, у других другое? Мы не знаем, но свобода человеческая остается этой свободой, и ее плоды мы сами вкушаем. Вот это нужно помнить. Не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем. Это очень важно, а то получается так, знаете ли, сосед ногу сломал, так ему и надо, этому пройдохе. А у меня-то, слава тебе, Господи, обе ножки целы. Он такой, а я, видите, какой хороший. А оказывается, не Бог наказывает. Нет, Бог пока еще мне дает ходить с двумя ножками. Пока, да, бережет, что называется. Но я могу споткнуться и сломать все на свете. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, как кратко, но убедительно ответить новоначальному? В чем отличие православия от католичества? И почему беда впасть в католичество? Кратко, да? Хорошо. Буду говорить кратко. Вы знаете, в православии
есть святые, которые называются великими. Их не так много. Антоний Великий, Пимен Великий, Василий Великий, Сесой Великий. В католичестве другая терминология. Там есть другой – учитель церкви. Учитель церкви. Это высшие святые, высшие категории святых. Ну, а вот теперь расскажу вам эпизоды. Начинается самое легкое. Эпизоды из жизни великих святых. Катарина Сиенская, 14 век. Она непрерывно молится Христу. Христос начинает ей являться. Она ходит с ним по дорожке сада, проводит часы с ним. Он ей объясняет все там, Священное Писание и так далее. И вот, наконец, он однажды является к ней, обнимает ее, прижимает ее к себе, вынимает ее сердце и дает ей другое. После этого Катарина начинает писать письма папе, кардиналам, королям. Письма эти удивительные. Там она пишет не больше и меньше, как следующее. Например, королю Франции. «Слушайся Духа Святого и меня. Я хочу, – пишет она папе, – я требую» и так далее. Тереза Великая, 16 век. Опять та же самая история. Она пришла в монастырь, много молится. Опять Христос начинает ей постоянно являться. И вот одно из явлений. Христос говорит ей: «До ныне я был Бог твой, отныне я супруг твой». Тереза закатывает глаза и падает в полуобморочном состоянии. Потом она пишет, возлюбленный, то есть Христос, зовет таким пронзительным свистом, слышите, что не услышать этого невозможно. О, Христос, оказывается, как здорово подсвистывает. Блаженный Анжела видит себя во мраке Святой Троицы, в середине Святой Троицы, припадает к ране Христовой, входит в Него во Христа, пьет Его кровь. Дух Святой ей шепчет: «Возлюбленная моя, я любил апостолов, любил святых, но никого еще так не любил, как тебя». Как вы чувствуете лейтмотив? Последняя великая, которая от усопшей, конечно, не усопшей, он еще был живым, естественно, Иоанн Павел II, канонизировал в 1997 году, то есть не канонизировал, а возвел в ранг великой святой, учителя церкви. Она что пишет о себе? «Я буду любовью в сердце моей матери церкви. Я всегда думала быть великой, но теперь я поняла, что я буду великой святой». Она пишет о своей встрече со Христом, об одной таких же встреч. «Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. Я, как капля воды, исчезла в океане Его любви». Я вам привожу только вот кое-что. Если бы вот так вам зачитать эти вещи, то совершенно станет ясным, с чем мы имеем дело. Вот это неудовлетворенное женское чувство, которое не нашло никакого реального воплощения в своей жизни обычной, она начала воплощаться в мечтах. Христос превратился в жениха, а затем даже и в супруга. Причем вы не думаете, что это, когда речь идет о супруге, что это что-то такое просто фантазия, ничего подобного. В нашем народе, вы же знаете, рассказывают неоднократные случаи, когда к молодым вдовам является этот дух. Так что эти женщины переживают все, так сказать, соответствующие ощущения. Да, этот дух очень известен, он известен во всех народах, и в частности, и здесь. Вы знаете, истинность церкви, лучше я бы сказал так. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам,
какова ваша церковь. Если великие святые... Кстати, вот последняя Тереза, она умерла в 23-летнем возрасте. Вы слышите, который пишет, мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. В 23 года она уже скончалась. Ее объявили великой святой. Ее книга – это роман. Вы слышите? Настоящий роман со Христом. Только не с реальным юношей, а вот с этим мысленным Христом. Это разве религия? Это глубочайшее извращение просто. Полное извращение. А Франциск Ассизский, возьмите, самый знаменитый, если хотите, святой, у которого появились стигматы, раны на руках, на ногах. Когда он во время явления этого Серафима летящего так вдруг почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Ну, вы скажите, ну что это такое? Я привожу эти примеры, чтобы быть кратким. Потому что если начну говорить о догматических вещах, то это будет довольно скучно и, может, неинтересно для тех, кто совершенно не знаком с этими вещами. Эти вещи наглядно свидетельствуют о характере этой религии. Романы, мысленные романы со Христом, с Богом. Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Здесь совершенно другая направленность. Об этом речи нет. Если обнимание, целование и супружеские отношения. Ну, вот так, может быть, это будет краткий ответ. Я никому не могу высказать свои печали и радости, что мне делать. Можно ли воспитать родителей? Ну, родителей, мне кажется, очень трудно воспитать уже. Да, очень трудно. А вот насчет высказать, конечно, свои печали и радости. Это, я вам скажу, проблема, которая мучает очень многих людей. Я уже сказал вам, что как трудно найти вдруг того человека, которого мы увидели, с полной любовью вдруг относится ко мне. Как трудно, бескорыстная вдруг любовь. Вот этот человек мог бы, конечно, выслушать бы эти и печали, и радости. Но найти такого человека уже сейчас, в наше время, это очень-очень трудно. Но все-таки я бы посоветовал, может быть, поискать священника какого-то, может быть. Походить по храмам, посмотреть чисто физиономически, послушать его, может быть, проповеди, послушать. И, может быть, вы вдруг бы нашли бы какой-то отклик, какое-то согласие, какую-то гармонию вдруг с этим человеком. И, может быть, смогли бы поговорить с ним. Будущее России, какое оно, вот когда меня живьем канонизируют, тогда я вам начну пророчествовать. И все скажу вам, тогда отвечу. Вот пока еще никак. Что-то комиссия по канонизации что-то дремлет. Все канонизирует не тех. И причем умерших все. Вот это вот искушение, да. Отрадно, что в нашем благочинии готовится к подписанию договора о сотрудничестве с управлением народного образования. Он призван обеспечить духовенству беспрепятственный доступ в среднюю школу для проповеди Христа. Ну что ж, слава Богу. Но хочу вам сказать, что да, что все-таки вы смотрите, что духовенству – да. Но не думайте, что каждый священник уже может действительно быть тем, который заинтересует людей, хорошо скажет, влечет людей, даст полезную информацию. Вы учтите, потому что не каждый священник к этому способен. Поэтому будьте здесь внимательны и познакомьтесь, если вы пригласите, приглашайте разных священников, я советую, и из них выберите тех, кто действительно, уверите, имеет педагогический талант, соответствующие знания, если хотите, искусство просто общаться с людьми. Вот на тех и остановитесь. Не думайте, что просто каждый священник уже знает, что он, коли священник, значит все. Вот меня хоть 10 раз делать священником, все равно проку не будет никакого. Так, обязательно ли настаивать на том, чтобы ребенок получил высшее образование? Или все-таки прежде думать о воспитании в нем человека? Я вам скажу так, что когда мы думаем о воспитании человека, то все приложится.
Когда же мы думаем об образовании, забыв о человеке, то он потеряет и то, что получил. Вот в чем дело-то. Поэтому воспитание человека совсем не означает, что человек не должен ни учиться, ничего не делать. Да я не знаю вообще, что делать. Ходить в храм там и что, скучным видом что-то стоять? Ничего подобного. Совсем нет. Воспитание человека, оно происходит во всех условиях жизни, в которых мы находимся. Во всех возможно воспитание человека. Правда, это процесс может идти с разной степенью, ну, я бы сказал, скорости, что ли. Может останавливаться, может идти. Это вопрос другой. Да, но воспитание человека никогда не противоречит его общественной деятельности, его образованию. Вот. У кого есть уж особая склонность, вы знаете, к духовной сфере жизни, пожалуйста, сейчас к этому есть все возможности. Но это совсем вопрос другой. А в принципе, образование почему же не получить? Очень хорошо. Почему людям, которые прилагают огромные усилия, очень часто не удается достичь намеченной цели, а другие люди, не прилагая их, добиваются желаемого? Успех приходит к ним сам. И стоит ли помогать людям, если все равно они остаются все глухи к твоей помощи? Ну, насчет, смотря все какие цели, вы знаете, я вам скажу. У одного из великих святых есть такая мысль, очень интересная мысль. Бог никого не наказывает и никого не награждает. Он просто всех любит. Просто всех любит. И каждому, что можно дать, если в чем он усматривает пользу, он может дать. Пользу какую усматривает? Какую пользу? Речь идет не о материальной пользе, а пользу духовную, что это будет способствовать его обращению человека на себя. Польза наша заключается в этой жизни в чем? В том, чтобы познать себя. Помните, еще Сократ указал на фронтон Дельфийского храма, на котором было написано «Гнофиси Автон» – «Познай самого себя». Христианские святые очень часто говорят о познании себя. Что значит познание себя? Что это означает в христианском-то смысле? Это означает, что вот я хороший человек до тех пор, пока меня не задели. А если заденут, то все скажут: «Ого, вот это хорош! Вот это хорош! Такого мы даже и не ожидали! Такой фонтан вдруг брызнет!» Ну ладно, это другие увидели. Важно самому человеку увидеть, что я хорош до тех пор, пока меня не тронули. Важно самому увидеть, чем наполнен мой внутренний мир. Увы, знаете, есть славянское хорошее выражение из Псалтиря: «Там, о гаде, их же несть числа, животное малое с великими». Все в нас есть. И единственное, чем мы отличаемся друг от друга, один это видит в себе, другой ни за что не видит и смотреть не хочет. Я хороший. И все. И отстаньте от меня. Я лучший в мире. Как есть у одного святого нашего русского Феофана Затворника выражение: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». То есть я лучше всех. Поэтому мы не знаем в данном случае, что полезно для человека. Почему один прилагает усилия и не достигает, а другой кажется безо всего и получает. Еще раз говорю, мы не знаем себя, мы не знаем того, мы не знаем, что нам полезно. Вот кто-нибудь из здесь сидящих вот знает, что для него сейчас было полезно? Вот стать миллиардером или не стать? Стать бы вдруг, если пожилые уже или там в возрасте, молодыми, вдруг красивыми, или нет? Полезно это или нет полезно? Мы ничего не знаем, что нам полезно. Даже самих себе не знаем. Быть ли нам лучше богатым или бедным, красивым или нет, славным или бесславным, занимать высокие должности или никаких. Мы ничего себе не знаем. Вы подумайте, мы себя даже не знаем. Так вот, я говорю еще раз, Бог никому ничего не дарит и ничего не отнимает, а каждому только дает то, что считает полезным, что даст ему возможность, то есть ставит его в положение, в котором он мог бы,
мог бы человек, наиболее вероятно, обратить внимание на себя и узнать себя. Насчет же того, стоит ли помогать людям, если они остаются глухи к твоей помощи, то я бы хотел напомнить вам древнюю греческую пословицу или мысль. «Все, что дается даром, способно развращать». «Все, что дается даром, способно развращать». В каком смысле? В каком смысле? Мы даем нищему, конечно же, даром. Надо смотреть. Это польза, это то, что мы даем. Действительно, человеку не развращает ли его? Если мы видим, что это развращает, то тогда это не полезно уже давать. Тогда не полезно. Когда человек не очень нуждается, нет острой нужды, а особенность нет благодарности в человеке, вот, то, наверное, надо задуматься о том, стоит ли это делать. Вот так. Милосердие – прекрасная вещь. Это прекрасная вещь. Это любовь к другому человеку. Но надо смотреть, чтобы и любовью не развратить человека. Это тоже очень важный момент. Все, что дается даром, говорили древние греки, способно развращать. Они не сказали, что развращает. Мудро сказали – способно. Способно. Поэтому надо смотреть. Чтобы ребенок не болтался на улице без присмотра, говорили посещать художественную школу. Пропустил всю четверть. Остался неаттестованным. Обманул учителя. Обманул родителей. Что делать? Как уберечь от улицы? Домашний труд игнорирует. К сожалению, вот вы знаете, что мы начинаем думать о том, что делать с ребенком только тогда, когда уже вкушаем плоды своего неделания. Сначала выстрелили, и теперь видим, пуля-то летит, сейчас наделает бед. Что нам делать с пулей? Да не с пулей же надо, надо же было подумать, когда стреляли-то. Мы все время уже говорим о следствиях. Видите, в чем дело? Вы знаете, есть такое выражение. Воспитывай ребенка, пока поперек лавки помещается. Это старое русское же выражение. Пока поперек лавки. Мы не обращаем внимания на этот возраст. Мы просто забываем об этом. А это же важнейшее же дело. Воспитывать в этот период. Мы хватаемся уже только тогда, когда начинаются рожки и копытца вырисовываться. И начинает нас больно легать. А до этого мы что? Только растим ребенка. Вы понимаете, какой ужас? И все. Одеваем, кормим. Потом, наконец, начинаем в школу посылать. А чтобы заботиться о его именно воспитании, об научить борьбе с собой, уже приучать к борьбе с собой. Еще раз, простите меня, повторяю. Самое главное воспитание – научить бороться с собой. Своими желаниями, своими влечениями. Тот, кто не научен этому, тот является невоспитанным человеком. Неважно, сколько ему лет – 3, 30 или 90. Воспитание – это умение бороться со своими желаниями, с собой. Вот что такое воспитание. Вот, поэтому я не знаю, не могу сейчас сказать. Вот у меня уже это не первый вопрос, потому что я же не знаю ни вас, ни ребенка. Вот. Я просто не знаю, что тут можно сказать. Вот то, что он обманывал, вот, это надо вот этим, об этом надо поговорить серьезно. Надо, какие меры уже можно применить к ребенку? Это надо посмотреть. Пока еще совсем маленький, его можно иногда и ремешком. Это не мешает. Но это в самом, так сказать, детском возрасте. Как только ребенок уже за 10 лет, тем более за 12 там, лет, уже к переходному возрасту, там уже эти меры не пойдут. Да. Это уже нехорошо. Это уже период прошел. Уже другие требуются меры. Какие дисциплинарные, моральные. Да, вот. Поэтому в данном случае я не могу ответить на этот вопрос. Не могу. Но смотря сколько ребенку лет, вы знаете, по-всякому родители иногда лишают
лишают обеда, иногда лишают гостинцев. Вот. Мы все боимся, если не покормить ребенка лишний раз. У нас какое-то чрево – это какой-то кумир. А иногда это бывает. Вот был случай на моих глазах. Один мальчик, ему было лет 5, он оскорбил бабушку свою. Тут была мать, и вот священник сказал не давать ему есть до тех пор, пока он не попросит прощения у бабушки. Мальчик был очень упрямый. Он 3 дня он не ел. Наконец попросил прощения. Теперь этому мальчику уже за 50, и он вспоминает с гордостью, как он 3 дня не ел. Представляете? Но он ходил и клянчил. Бабушка, дай, бабушка, ну, представляете, бабушка. Обливалась сердце кровью, конечно. Вот так, но выдержала. Правда, благодаря помощи священника. Да, выдержала. Но вот видите, это очень здорово помогло. Это казалось очень сильным воспитательным средством. Больше таких случаев уже не происходило. Вы слышите? Больше не было. Все зависит, еще раз говорю, от возраста, от характера, от ситуации в семье и так далее. Как быть, если один из родителей верующий, а другой нет, и между ними возникают конфликты по поводу приобщения ребенка к церкви? Вы знаете, верующий родитель должен показать свою веру христианской нравственностью. Не тем, что, например, жена верующая, муж неверующий, наступил Великий пост, и она ему великопостная, как даст, так он взвоет. Что это будет? Ну, конечно, скандал. И она поступит глубоко неверно. Глубоко неверно. Так? И в других отношениях она должна исполнять свои обязанности, своей хозяйки и супруги. Должна исполнять то, что положено. Потому что он неверующий. И он увидит. Ей надо идти в церковь, допустим, праздник. Праздник, надо идти в церковь. Он говорит, нет, сегодня ты не пойдешь. Ты что, я выходной, и ты пойдешь это там еще свечки ставить. Как быть? Не ходить. Не ходить. Сходи среди недели потом, вместо этого праздника. Я о чем говорю? Вот женщина побеждает смирением, а не силой. Самые ее огромные силы, перед которой ни один мужчина устоять не может. Это ее покорность. И она тогда, ой, не скажу тайну, а то еще вы начнете всеми мужчинами командовать тогда, все, тут много женщин. Вот так. Вот так. Так что если такова ситуация, то христианская половина должна показать действительно пример нравственности, пример, если хотите, целомудрия, пример, если хотите, кротости, великодушия, просто великодушия. И тогда и вторая половина увидел, какая красота, что делает христианство с человеком. Какая это красота христианства. Сам придет в церковь и скажет, и ребенка воспитывает там же. Вот так. Говорят, счастье – это равновесие душевное, а материальные ценности не в счет. Ну, почему же? Я тоже так считаю. Но как это равновесие достигается? Ведь не только духовными и душевными ценностями, но и материальными. Так что же такое счастье? Правильно. Сократа тоже спрашивали. Знаете, Сократ, древнегреческий философ, ну, по-видимому, самый великий. Правда, он не оставил от себя никаких трудов, Сократ, никаких. Все, что мы знаем о Сократе, это мы знаем в основном от его великого ученика Платона. Так вот, в диалогах Платона, так он называется его сочинение, всюду выступает в главной роли Сократ. И вот Сократа спросили, что такое счастье? Он ответил, счастье – это то, что человек почитает для себя счастьем. То, что он для себя считает счастьем. Вот что такое счастье. И когда он это получает, то, по крайней мере, в это время он счастлив. Но я скажу, что он, конечно, вы понимаете, Сократ был уж очень умный человек.
Да. И он прекрасно понимал, что счастье как состояние души нельзя описать. Так нельзя человек, который никогда не любил, сказать, что такое любовь. Ну, что ему не говори, скажет, чушь какая. И больше ничего. Так? Эти вещи невозможно описать. Можно только о них говорить по их проявлениям, может быть. Но Сократ правильно ответил. То, что человек считает для себя счастьем, это уже для него счастье. Это верно. Но если говорить с христианской точки зрения, то счастьем для человека является не что иное, как приобретение вот то, что называется плодов Духа. Главное – это, конечно, любовь ко всем. Но это уже, так сказать, ну, совершенная ступень. Вот. А счастье в том, что когда человек может жить по-христиански, каяться в этих в нарушениях, вот это уже, я вам скажу, это великое счастье. Потому что, веря в Бога, он прекрасно понимает одну великую истину. Со мной ничего не происходит и не произойдет без воли того, кто есть любовь. Кто меня любит больше всех. Поэтому все, что со мной бы не происходило, это есть самое лучшее, исходя из моего состояния. А что самое лучшее? Оно может быть разным. Два человека приходят к человеку в белом халате, а инопланетянин наблюдает. Одному из них, это дядя в белом халате, говорит, вам на курорт нужно. Вам море, там солнце, вам нужен песок, сосновый бор. Инопланетянин, да, ну здорово ж его любит. Второго немедленно на стол берут острый ножик и начинают резать. Говорит, ну вот это да, ну насолил же ему. Оказывается, врач, у первого туберкулез легких, у второго острый аппендицит. Каждому врач сделал что? Самое лучшее. Так вот, христианство дает возможность нам относиться к жизни, понимать о жизни как? Есть Бог, который есть любовь, и все, что со мной происходит, это есть самое лучшее, исходя из моего состояния. Это самое лучшее. Но, одно но. Когда я иду по улице, вот сейчас весной, видите, грязь и лужа, так? Загляделся и шлеп в лужу. Это самое лучшее. Ну да, значит, должен ли я лежать в луже? Ну, наверное, нет, конечно. Поэтому нужно понимать, что значит самое лучшее. Да, произошло со мной то, что соответствует моему состоянию как раз. Это верно. И я должен это понять. Да, значит, нужно, значит, вот обратить на себя внимание. Но это не означает, что я не должен менять худшее на лучшее. Правда же? Всегда то, что с нами происходит, заставляет меня подумать, обратить внимание на себя. А обычно, если со мной что-то случается, я говорю, да, кто меня там, да, это меня на меня наябедничал, этот на меня наклеветал, этот то-то, то-то. И перебираю, все такие дурные, один я хороший. Вот так, понимаете, вместо того, чтобы не лучше ли кума к себе обратиться, чем кумушек считать, трудиться. Вот в чем дело, вот что такое самое лучшее. Все, что с нами происходит, вот. Что с нами происходит? Это есть промысл Божий, так называется это в христианской терминологии. И нужно помнить, да, что Господь всегда для нас делает самое лучшее. Человек, который верит в это, он приобретает душевный мир, душевный покой. Он перестает смотреть злыми глазами, кто это меня предал или кто это мне это что-то сделал, меня подставил. Он ко всем начинает относиться с великодушием. Он приобретает счастье. Оно постепенно созидается в его душе. Выражается в чем? В мире душевном. И если хотите, в радости о том, что есть тот, который обо мне так заботится, как никто никогда и нигде не может обо мне позаботиться. Ибо он есть Бог всемогущий и есть любовь. Вот так приобретается счастье. Выражается оно в радости душевной. Как воспитывать в детях послушание?
Вот я сказал же об этом, что нельзя говорить никогда ни одной угрозы на ветер, ни одного обещания на ветер. Не обещайте того, что не можете сделать. Ни в коем случае. Не угрожайте тем, что не можете исполнить. Ибо вы тогда приучите детей к непослушанию. Это, по крайней мере, один из таких важных моментов, на которые обращают внимание все, кто соприкасался с детьми. Слово должно быть, ребенок знает. Это сказали словом, понимает. Это надо делать, потому что не сделай, будет чепуха. А то последний раз тебе говорю, последний раз. Сколько уже раз? 1000 раз. Как организовать в наших школах основу православной культуры и воспитания? С чего начинать? Вы знаете, вот у нас в академии проходят семинары, бывает вот на рождественских каникулах и на летних каникулах, семинары для педагогов, которые занимаются этими вещами, этим предметом. Самое главное – найти педагогов. Самое главное. Когда есть машина, говорит, пожалуйста, ведите. Не дай Бог сядет за руль человек, не умеющий вести. Понимаете, что будет. Поэтому самое важное – искать педагогов. Педагогов. Если вы найдете подходящих людей, это великое благо, тогда с ними можно уже продумать, как построить лекции, по какой программе, может, какие практические занятия, какие-то, может быть, даже экскурсии. Ведь основа православной культуры включает достаточно большой комплекс. Не только лекции. Вот. Какие храмы может посетить, какие древние святыни посмотреть, рассказать об иконах, о музыке церковной. Но для этого нужно искать человека еще. Помните знаменитого Диогена, который ходил в шумной Александрии днем с фонарем? Диоген, ты чего? С фонарем ты ходишь? Ищу человека. Ха-ха-ха-ха, людей полно, он ищет человека. Увы, это проблема номер один. Поэтому надо первое, с чего начинать, организацию, искать человека. Потому что можно все организовать, я вам скажу, все. Добиться всех документаций, которые требуются. Найти людей, которые способны помочь этому. Найти детей или родителей, которые хотят этого. А придет такой человек, что вы взвоете. Взвоете. Рассказывали же. Рассказывали. Булгаков, вы знаете, Сергей Николаевич Булгаков, знаменитый философ русский, сын священника, ушел из семинарии. Почему? Убедился, что Бога нет. Убедился. Где? В духовной семинарии. Хорошо? Здорово. Вы думаете, это единичный случай? Ой-ой-ой. Таких случаев немало, к сожалению, было. Это дореволюционный, на который мы сейчас смотрим, как что-то великое. До революции что было? Что вы? До революции что было? Если бы действительно было на высоте, революции бы не было. Потому и произошла революция, что духовное состояние обнищало. Вот в чем дело. Поэтому ищу человека. Затем все устроится. От чего ребенок принимает от родителей быстрее худшие качества, чем лучшие? Пока родители исправят свои худшие качества, может уже быть поздно. Ну, от чего? Это понятно. С горы катиться легче, чем подниматься на гору. Это вполне понятно. А вот насчет второго я скажу, это не так, что пока родители исправят свои худшие на лучшие. Ничего подобного. Ребенок видит, сразу увидит, как родители борются с своим худшим. Вы слышите? Ой, какой пример! Увидишь, что они сразу не могут справиться, но борются. И я вам скажу, что это куда важнее, чем если бы родители уже имели это лучшее. Самое главное в нашей жизни, знаете, с христианской точки зрения, что такое добродетель? Мы думаем совершить, сделать добро просто. Ничего подобного. Ничего подобного. Я могу дать 1 000 000, потому что мне надо в Думу пройти. Меня перед камерами, там, перед всеми, газеты, телевидение. Я буду лучшей в мире. И никакого добра я не думаю. Добром в христианстве, добродетелю называется понуждение себя, искреннее понуждение себя совершить добро. Искреннее понуждение победить зло. Это ребенок обязательно увидит и заметит.
И это для него будет самое лучшее. Самое лучшее. Лучше самой добродетели, как мы понимаем ее. Вот что такое добродетель. Искренняя борьба. Искреннее понуждение себя. Вот что такое. Поэтому не нужно смущаться, что пока я исправлюсь, я родитель, а ребенок уже вырос. Ничего подобного. Ребенок сразу увидит, что борется человек с собой. Борется с собой. Увидел, то выпивал там не знаю сколько, а тут нет, хватит. Борется с собой. И так далее.